Так, если вы разрешите, я вам расскажу о новых бетонах, в частности, сверхвысокопрочный фибробетон. Вот этот материал, вообще-то говоря, у нас уже разработан, мы многое о нем знаем, но массового применения пока нет. Он применяется за рубежом, и более того, там есть какие-то нормативы. Применяется он где? Применяется при строительстве транспортных сооружений. И конструкция атомных станций. Этот материал обладает рядом свойств, которые вообще привлекают. Но мы сейчас находимся здесь в такой ситуации, ну я имею в виду у нас в стране, когда ну, только-только вот эти исследования пошли, и может быть максимум 10 лет, как они ведутся, с разной степенью интенсивности. И до нормативов не дошло, но тем не менее есть что обсудить. Вот сверхвысокопрочный фибробетон. Так, извините. Сейчас расскажу об этом. Что это такое? Вот какие свойства. Кубиковая прочность. 120-180 МПА, призменная 100-150, на растяжение, при осевом растяжении от 9 до 12 МПА, при изгибе от 19 до 25. Значение модуля начального вот 44-50 гигапаскаль, динамического от 46 до 55. Вот этот бетон реально получается, это есть статистика, и вот в этом диапазоне свойств путем варьирования состава этого бетона можно получать материал. Так, дальше. Вот интересная вещь. Так, тут как курсор есть ли? Ну ладно. Есть. Вот это вот верхний, да? Вот. Вот это характерная кривая напряжения деформации. Вот здесь обычный бетон так себя ведет. Вот это поведение бетона, традиционного фибробетона, это же обычный материал, известный давно всем, а вот сверхвысокопрочный фибробетон ведет себя вот так. Вот. Вот в этом его отличие. Отличие продиктовано прежде всего тем, что вот в этом фибробетоне, в отличие от традиционного, расход фибры вот от 150 до 180 кг. Это вот важный фактор, и экономический, и технический. Он, вот это большой расход фибры предопределяет и стоимость высокую. А раз высокая стоимость, там надо думать, как применять и где применять. Одну, а традиционные фибры вот, 70 кг. Но бывает и меньше. Так. Ну вот верхняя граница трещинообразования. Дальше. Вот из каких смесей это делается. В основе этого бетона так называемый порошковый бетон. Порошковый бетон или в английской терминологии reactive powder concrete. Вот. Смысл его заключается в том, что там не используется крупный заполнитель, только мелкий заполнитель. Вот. Потому что современные возможности, современные технологии и набор применяемых добавок для бетонов позволяют сделать так, что прочность цементного камня превышает прочность гранитного щебня. Ну, например, цементный камень с прочностью 150 МПА не проблема получить. И когда ты делаешь композицию под названием бетон, в которую ты вводишь помимо цемента, песка, там еще крупный заполнитель, пусть он гранитный, у которого прочность 1400 в лучшем случае, то возникает вопрос, а зачем? Это на самом деле концентратор напряжения и фактор, который не позволяет полностью реализовать потенциал цементного камня. А вот реактив паудер, он как раз идеология его, она как раз на этом и основана, что надо использовать мелкий заполнитель, желательно даже мелкий песок. Чем крупнее заполнитель, тем больше значимость дефектов на свойства композиции. Поэтому вот в основе мелкозернистый бетон, реактив паудер. И те бетоны, о которых я говорю, это вот они делаются из литых смесей. Это самоуплотняющийся бетон. Так, пошли дальше. Ну вот я уже говорил, что в основе вот это лежит. Вот здесь это у нас ролик. Сейчас мы найдем, как нам навести на это, чтобы вот эта штука заработала.
На заводе делали этот материал. А, вот. Был в районе Филей, там завод, которого сейчас нет. А, нет, а как тут сделать, чтобы кинул? Да, нажмите, пожалуйста, да, вы сейчас должны пойти. Еще раз. Можно навести вот сюда и нажать, кликнуть вот, да? Нажимаем. Не происходит, почему? А направо на первом будет? Направо, да. Налево вернулись. Ну, да, да. Это важно было посмотреть. Но вот эта картинка, вот эта. Вот здесь видно, что смесь, она не имеет признаков расслоения. Она рассекается. Здесь специально вот этот поставлен, вот это кольцо поставлено. Ну, так принято самоуплотняющий бетон оценить. Но оно на самом деле больше для формы. И там на видеоролике видно, как растекается смесь, как она уплотняется без принудительного воздействия какого-то. Я не знаю, может быть, получится, я не знаю, сейчас попробуем. Значит, из чего это делается? Обычный цемент, CM1, 50, тут написано 50, но на самом деле 52,5, это там ошибка, вот здесь. Вот это каша, 52,5, тут даже немножко неаккуратно. То есть ПЦ 600Д0, главное, чтобы активность его была не меньше 50. Вот. Заполнитель, это кварцевый песок, органо-минеральный модификатор, ну на самом деле это композиция, в которой содержится микроклинезион, золан, суперфальсификатор. В зависимости от того, какого типа модификатор, там может содержаться метакаолин. Вот. И стальная фибра. Вот о фибре. Эта фибра необычная. А вот длина ее должна быть, чтобы получить самоуплотняющий бетон, максимальная длина 22 мм. Вот. Да. Вот эти, в принципе, вот эта композиция, вот все, что здесь перечислено, вот эти вот материалы, они могут вообще производиться и поставляться потребителям в виде сухой готовой смеси. Примерно так делают компании Lafarge и другие компании, в частности, в Европе, в Америке. Я расскажу поподробнее дальше. Вот в такой форме отпускной они продают вот эти вещи. Ну вот о фибре. Вот было бы здорово открыть вот нам эти картинки, вот эти вот. Да, попробуем. Наведем курсор. И нажмем. О! Вот разновидности фибры. Прямая. Вот это позолота, она пусть не смущает, это на самом деле при перемешивании все снимается. Вот. Следующее, вот давайте, вот сюда вот вариант, вот сюда, вот на третью строчку. Вот, может быть вот такая фибра, вот, волновая. Она с точки зрения анкировки предпочтительнее, но когда применяется вот такая фибра, там проблемы с технологией приготовления смеси. Там получается, что вот такую самоуплотняющую смесь, которую на картинке мы видели, можно получить только с прямой фиброй. Вот. Следующее. Вот. Может быть использована фибра другая, длиной уже побольше. Здесь вот это предпочтительный, вот этот тип фибры и этот. Это предпочтительные. А вот дальше. Вот этот. Это тоже возможные варианты. Вот волновая, анкерная и такая. Обычно, да, откроем вот эту. Вот. Но дело в том, что вот с этой уже фиброй, вот ой, извините, сейчас. На нервной почве. Вот. Дальше. Извините. Вот. Вот анкерная, да, и волновая, но уже 30 мм. Вот здесь проблема большая получить самоуплотняющийся бетон. Здесь можно получить бетон обычный, П5, ну там с осадкой конуса около 20.
Ну, давайте откроем, посмотрим. Вот этот и вот этот вариант. Вот это вот волновая, это уже 30 миллиметров. И следующее, сейчас перейдем туда. Последний, вот этот вот, пожалуйста. Вот. Но здесь самоуплотняющий бетон уже не получить, потому что там ежи образуются и... Дальше. Ну, по поводу областей по области, или областей области, примерно. Значит, транспортное строительство. Вот в транспортном строительстве, сейчас попробуем открыть картинки. Значит, это широко применяется. Например, есть даже документ, это норматив департамента федеральных там, дорог Америки, как его так называется. Есть документ, у нас даже норматив есть, мы просто каким-то образом его получили. Как проектировать? У нас, к сожалению, таких документов пока нет, но тем не менее. Вот здесь примеры применения этого материала. Вот здесь вот что? В Польше, в Америке. Это не самые такие интересные, сейчас дальше будут интересные варианты. Здесь не очень нагруженные конструкции, не очень интенсивное движение. И этот материал, он применяется либо для устройство покрытий для ремонтов или просто для элементов. Там, сейчас я покажу, там должны быть элементы. Покажем. Вот. Вот интересное сооружение. Это уже легкие мосты. Вот автомобильный мост. Это пешеходный мост. А вот здесь есть участок платной дороги где-то во Франции. И вот это вот покрытие такое оригинальное, сделано из этого материала. Дальше. Вот. Это тоже пешеходный мост в Японии, ажурные мосты вот такие в Японии, в Новой Зеландии. Вот. Здесь можно проследить, какой конструктив. Вот это в Сеуле. Вот эти элементы выполняются из этого бетона. Сборные элементы делаются. Сборные элементы, здесь вопрос такой. Значит, сборные элементы, они не требуют самоуплотняющегося бетона. Там можно уже анкерную фигуру применять, более длинную, там 30 мм. Потому что на заводах там не обязательно применять. Можно с жесткими смесями работать. И вот из сборных элементов собирается, вот тут вот видно. Дальше. Опять вот. Вариант это как раз во Франции собирали конструкции, вот эти балки. Вот они. Дальше. Вот сборный элемент, выполненный из фибробетона. Здесь армирование только здесь. Здесь практически ничего делать не надо. Тонкое 30. Что такое тут? 30 сантиметров. Или 3 сантиметра. 3 сантиметра. 5 сантиметров. 3 сантиметра. Вот тут есть еще, давайте мы попробуем вот это. Вот, это вот. Вот на примере моста, во Франции, ну, нам известно, может быть, эта информация устарела, но во Франции очень много построено транспортных сооружений. На примере одного-двух мостов, вот трехпролетный мост, вот размеры 64-95, второй вариант 88-130-64. Вот на примере этого моста есть информация о технико-экономических показателях. Вот посмотрим, что это такое. Конструктивно это выглядит таким образом. Стальные балки из высокопрочной стали. Вот. А вот эта вся часть верхняя, вот эта вся часть, она выполнена из этих элементов. Армирование только тут. Все остальное не армировано, это фибробетон, сверхвысокопрочный. И вот тут экономику можно проследить. Вот если бы мост вот с такими пролетами был выполнен из обычного бетона и из этого бетона. И вот получается, что снижение массы вот в этом случае. И в итоге это вот в этом пролете, в этом пролете. Вот тут я не буду показывать этим ученым, тут можно проследить и увидеть, что в целом сооружение становится легче.
А что такое легкость сооружения, это понятно, это, соответственно, затраты на основании, на фундаменты и объем бетона, по сути. Не говоря о долговечности. Там, о долговечности особенно разговор. Так, теперь, значит, вот этот материал, он применяется в ремонтно-восстановительных работах. Ну, здесь примеры показаны, вот эти элементы в эксплуатируемых сооружениях. И долговечность довольно высокая, а вот выполнив ремонт из этого материала, мы межремонтный период удлиняем. Тут тоже есть, вот тут график, где сказано, ну, показано, как можно увеличить, отремонтировав один раз, можно вообще не беспокоиться, а, ну, продлить межремонтный период. Это вот так, такое, куда я пошел. Так, это мы вот это посмотрели. А можно вот? Да, вот это вот. Вторую строчку можно? Да, вот это можно, вот это, да. Да. А, ну да, тут примеры ремонтно-восстановительных мероприятий. Да, значит, этот материал, обладая такими свойствами, он применяется в объектах специального назначения, которые, в сооружениях, которые подвергаются взрывным воздействиям. Вот давайте посмотрим вот тут пример. Это, правда, не наш эксперимент, мы пытались предложить это главспецстрою, или спецстрою, как он сейчас называется. И более того, вот этот материал мы предлагали использовать для строительства наружной оболочки реакторов, атомных реакторов на АЭС. Но там дальше разговора дело не пошло, почему это отдельная тема, поговорим. Ну вот получается, образец это мы просто разведданные. Значит, это из обычного бетона, это бетон вот из этого сверхвысокопрочного фикобетона. Таких явных повреждений тут нет. Это вот по поводу стойкости к взрывным воздействиям. Так, посмотрите, что тут у нас. Извините. А конструкция АЭС и усиление конструкции. Вот это интересно. Сейчас давайте я попробую. Вот. Сюда. Не открывается? Нет? Почему? А, вот, да, так открывается. Да. Вот смотрите, что получается. Это смоделировано, это взято, я должен признаться, вот это взято из статьи, которая сделана, это опубликовано сотрудниками университета в Лозанне, это, в общем, люди занимались, и использовали этот материал для усиления конструкции. Ну, исследовали возможность использования вместо вот этих углеволоновых тканей, которые усиляют, да, которые, как известно, там проблемы с огнестойкостью есть у них, а здесь просто... Вот, получается, был элемент загружен, определенные нагрузки, и вот трещины образовали. Тот же элемент, но уже выполненный вот тут прослойка, усиленный вот этой поясом, верхним поясом из стали фибробетона, он уже несет повышенную нагрузку. Вот. То есть несущая способность элемента за счет просто фибробетона, она повышается, получается, на 50%, а если еще фибробетон совместно со стержневой арматурой, то тут вообще в 2,2 раза повышается. Вот. Тут, так, я, наверное, что-то там должна была быть еще одна информация. Сейчас что-то. Где же она? Сейчас. У простой же конструкции монолит, на сбор монолит. Второй после мостов. Сейчас. Вот тут. Да. А, более, да. Вот это да. Вот, кстати говоря, одна из областей в гражданском строительстве, будем говорить, ну, гражданский транспорт. Но это вот узлы. Ой, извините. Да.
такие, здесь элементы выполнены, это заводские элементы, вот заводские, а вот узлы сопряжения, они тоже делаются из этого материала. Можно вот сюда нажать, вот сюда еще, вот на этом. Попробуем сейчас фильм показать, вернемся к фильму, а это мы тоже видели, да? Значение, АЭС, усиление конструкции. Ну, на самом деле, материал дорогой получается. Главным фактором, который предопределяет повышение стоимости, является фибра. Стоимость фибры, ну, что-то около 40 тысяч рублей за тонну. Эта фибра производится, вот если... Ну, в Беларуси она производится, это в районе Гродно, в районе Гродно там есть металлургический комбинат. Есть сведения, что на Урале ее можно сделать, но мы пользовались белорусской фиброй. Вот. Ну и производится она там в Турции, еще где-то. Но мы, когда стояли прямо вот совсем недавно обсуждался вопрос строительства парящего моста на Заряде, вот Заряде, реконструкции Заряди, и там идея проекта была такая, значит, со стороны бывшего этого концертного зала Заряди, да, на Москва-реку заходит мост, поворот, бумеранг, в плане бумеранг, то есть пешеходный мост, я еще не знаю, но эта идея, когда пришла, мы увидели, мы сказали, вот хороший объект, давайте мы сделаем для рекламы, ну это политический такой момент, давай сделаем такой уникальный мост из этого. Вот. И мы предложили, когда мы предложили это, тогда обсуждался вопрос, это, сколько это будет стоить, какие объемы, обсуждался вопрос сделать из сборных элементов, из монолитных. Вот. Но потом, это примерно полгода, может быть чуть больше тому назад, отказались от идеи и решили сделать металлический мост. Вот. А там было интересно вообще было сделать, но у нас пока таких сооружений нет, к сожалению. Нет. И у нас нет нормативов пока, как проектировать, наших нормативов. Мы можем сослаться на там, австралийские, японские, американские, но наших пока нет. Ну, это вот экономический аспект применения этих бетонов. Да, он дорогой, но он должен применяться, когда есть обоснование с учетом долговечности и других там факторов. Вот. Повышение производительности, да, это самоуплотняющийся бетон, если о монолитных конструкциях пойдет речь. Замещение массивных тяжелых конструкций со стержневой арматурой на ажурные. Там вот, кстати, на примере мостов это было видно, там и экономика была приведена. Вот. Дальше надежность, долговечность очень высокая, потому что сверхплотная матрица там получается. И сокращение расхода стержневой арматуры, то есть приходит смесь уже. Вот. Но тут есть вопросы, которые надо доисследовать, а потом результаты исследований превратить в нормативы. Ну, первый вопрос, вопросы долговечности, связанные с долговечностью. Надо, это несложно сделать, определить морозостойкость этих бетонов, потому что если иметь в виду транспортное строительство, этот показатель очень важен, характеристика очень важна. Это не такая трудная работа, надо сделать, просто надо выбрать время и небольшие совсем средства. Дальше сульфатная коррозия, это тоже несложное дело. И стираемость. Что касается стираемости, то можно спрогнозировать, что она будет достаточной, потому что прочность цементного камня очень высокая, нажатие там 150 МПА, выше, чем у гранита, у гранитной породы, даже может быть 200, так что вот так. А вот по проектированию есть вопросы. Нужно сделать, значит, есть испытания образцов, но для того, чтобы результаты испытания образцов, ну, их надо обработать и сделать какие-то модели конструкции. Вот это довольно сложно, довольно дорогая работа вообще. Хотя мы уже начали ее делать, мы уже даже подготовились вместе с, между прочим, с МГСУ.
Вот. У нас даже есть программа. Мы балки сейчас собираемся испытать из этого бетона. То есть смоделировать пролетные конструкции транспортных сооружений. Вот у нас даже готовы длиной 1,5 метра балки там с определенным, с разным армиром. Мы собираемся это сделать. Если повезет, мы доведем это до конца. Ну а дальше вот нужны нормативные характеристики. А дальше нужен проект СП по проектированию и возведению железобетонных конструкций. Вот так. Я вот жаль, что видеоролик не получился, но может быть получится. Ну, а если получится, то что? Вот из этой меню, что загрузить. Вот из этой? А можно подвигать эту штуку? Она сейчас сохраняется. Потому что эта презентация, она же ссылается на какие-то файлы, и вот эту папку... Ну, возможно, да, я, честно говоря, тут... Вот пониже, можно пониже, да? Вот, вот технологию, вот попробуем еще раз, если получится. Может, надо выждать. Да. Вот такая история. Значит, в последнее время у нас наша промышленность, я имею в виду стройиндустрия, бетонная, в частности, промышленность, она... Вообще-то говоря, освоила производство бетона вплоть до Б100, класса Б100. То есть в Москве, например, можно спокойно позвонить на минимум два завода, и вам Б100 привезут. Микс привезет. В частности, на 16-м участке Москва-Сити две башни вот стоят, и там 22 тысячи кубометров конструкции выполнены из бетона Б100. Вот. Ну, что касается Б100, то у нас в новом СП есть нормативные характеристики для него. Есть. То есть проектировщику понятно, как проектировать конструкцию из этого. Хотя то, что в новом СП, я имею в виду модернизированном нашем СНИПе, там довольно скромные показатели. Вообще, на самом деле, эти характеристики, там значение модуля, там прочностные характеристики, они немножко занижены. Ну, занижены и занижены. Тем не менее, можно уже применять их. Вот. А вот этот бетон, он пока вот он сделан, и он ждет этот. И надо доисследовать кое-что для того, чтобы наши родные нормы. Это возвращаясь к нормам, к теме беседы. Да? Вот тут надо поработать. И из ближайших таких шагов, самых простых, это вопрос долговечности исследовать. В принципе, разговоры мы вели, но пока. И я думаю, решительно, так как мы скооперировались с МИСИ, мы сейчас начнем готовить образцы. Есть у нас аспирант такой, вот, который, надеюсь, это сделает, мы получим результат и уже модель пролетного строения можем испытать. Вот это что касается сверхвысокопрочного стали фибробетона. Если, кстати говоря, этот материал, он популярный, потому что вот. По-моему, уже 5-я, что ли, международная конференция на эту тему, если не 6-я. Она постоянно во Франции проводится. В английской терминологии это Ultra High Strength Fiber Reinforced Concrete. Извините за произношение, но это так звучит. Лучше, чем утка. Ну, в общем, вот такие дела. Это проводится, как правило, во Франции, именно вот этому посвящено, хотя в Германии, в общем, материал популярный. В Америке, я говорю, есть этот норматив, этот, который утвержден департаментом транспортных сооружений, вот я говорю, там есть как проектировать и так далее. Ну, вот коротко. Спасибо за внимание. Какие вопросы? Можно с меня начать? А чем наш предлагаемый вами? Фибробетон отличается от заграничного. По вещественному... Или патент покупать, чтобы... Нет, патент не надо, да, нет. Я вам скажу, что по набору компонентов это одно и то же. Другое дело, что у нас, вот я говорю, 20 лет тому назад, когда мы стояли перед, вот был вызов такой, надо в темпе осваивать производство высокопрочного бетона. А у нас мало того, что технологий не было, у нас и даже нормативы были, все кончалось на уровне Б60, помните, совсем недавно, да? Вот. И тогда нам повезло, я считаю, что когда
успех, то всегда везение, помимо остального. Но везение обязательно. Нам повезло, что мы были к этому подготовлены. Мы впервые, я считаю, мы впервые в мире, я точно это могу сказать, мы придумали новый тип добавок, создали. Это не минеральные добавки, не химические добавки, это так называемые органо-минеральные добавки, где соединены это поликомпонентные продукты, где соединены с одной стороны нерастворимые или труднорастворимые минеральные, условно минеральные, потому что они техногенного происхождения, и водорастворимые полимеры. Вот и все. Это такая композиция, порошкообразный продукт, это мы первые сделали. Возникает вопрос, а вы что такие умные, что вы сделали? Ну, может быть, умные люди есть, но у нас в России, как выяснилось, и в Советском Союзе тогда, оказалось, что есть для этого ресурсы, каких нет в Германии. Мы смогли соединить микрокремезен с золой у носа. Мы смогли соединить микрокремезен, там, ну, не надо было соединять, но мы достали метакоалин и соединили с другими компонентами, которых там нет просто. Вот, таких месторождений там нет. Ну, метакоалин есть в Юго-Восточной Азии, в Северной Америке, на Украине есть, а в Германии, например, нет. И в Испании. У нас под рукой были ресурсы, мы знали, что с ними делать. И вот мы сделали новый тип добавок. Что такое новый тип добавок? Это вот порошкообразный продукт. Сейчас, кстати, ГОСТ вышел совсем недавно, он действует. Это называется ГОСТ, я номера не помню. Органоминеральные модификаторы типа МВ. Это что такое? Вот там он, ГОСТ это регламентирует, этот выбор сырья, это сырье в основном техногенное, в основном это отходы, как правильно выбрать сырье для того, чтобы сделать такой комплексный продукт, в котором все включено. Там вот это, сидят компоненты, которые способствуют повышению прочности цементного камня и снижению его пористости. Вот и все. И благодаря тому, что в одном продукте все есть, практически любой, самый простой завод, я говорю колхозный завод, но это не оскорбление колхоза, так. Ну, самый простой завод, он в состоянии сделать высокопрочный бетон. Благодаря этому буквально за полгода в Москве там появились несколько заводов, там минимум 9 заводов начали делать бетонный ПВ-80, рабочий 60, я уже не говорю, сразу. И повезло, опять я говорю, это везение такое. С одной стороны, вызов был такой, вот надо было объекты такие экстремальные строить, а с другой стороны, уже все были готовы. И мы создали вот этот продукт. В этом продукте заключаются ингредиенты, которые, например, вот Лафарж вводит отдельно. А мы не напрягаем бетонный завод, мы говорим, возьми вот этот порошок, там все есть. Вот в этом разница, только в этом. По вещественному составу нет, а вот по приемам, вот там есть. Это преимущество большое, потому что вот этот порошкообразный продукт, он очень технологичный. То есть он разводится цементолозами, он качается, там не нужны специальные дозаторы, это очень привлекательно. Вот в этом разница. Ну, не будем скромничать, несомненно, мозги этой лаборатории, ее руководителя конкретно. Главное фортуна называется. Это фортуна называется. На богу надеюсь, я сам не плашаю. Я просто хочу напомнить, и у меня второй вопрос в этой связи. Поскольку у нас в лаборатории был всегда сектор фибробетона, чем только мы не занимались, поверьте мне, у нас даже была исследовательская работа, применение отчесов ковров Люберецкой коверной фабрики в бетоне. Я не шучу, на полном серьезе. То есть какая только фибра не использовалась, не применялась, ну и в том числе, конечно, серебряная, стальной, металлический и так далее. Почему вы выбор фибры произвели все-таки именно такой-то? Взяли опыт заграничный или это уже ваш эксперимент? Вот вы доставите, что лучше, там, если волновать, то там 22 миллиметра, там есть там с выгибом, да, то там 30. Да. Вот, да, выбор самой там, фибры, да, меня интересует. Там есть какая-то еще информация по сравнительной характеристике фибры, но не будем там. Значит, вот эта стальная фибра. Она позолоченная, да, к сожалению, это не золото срезает. Это для того, чтобы она не слипалась, это покрытие такое. Нет. Если взять уже разрушенную. А, у нас там образцы же. Там есть видеоролик какой-то, сейчас посмотрим, если есть. Там должен быть ролик, когда фибру мы разрушаем, и видно, что она уже от позолоты ничего не остается.
Нет, это мы, конечно, взяли это, посмотрели, что они делают, и сказали, почему бы нет. И через месяц у нас это было. Но вообще здесь надо работать по большому счету в другом направлении. Надо попробовать. Ведь фибра разная бывает, она бывает стальная, она бывает полимерная, да, стеклянная и так далее. Я думаю, что вот по. Но мы выбрали именно стальную, потому что для высокопрочных бетонов и сверхвысокопрочных нужна стальная, модули высокие нужны. Но к этим характеристикам вот, требуемым приближается еще углеродная фибра. Но там есть одна проблема вообще. Проблема перемешивания. Вот если бы у нас получился вот этот, сейчас вот это там... Отходы от пластиковой арматуры. Это вопрос. Надо посмотреть их свойства. Вот углеродные, волокна или фибра, вот, углеродные, они бы подошли, но там надо решать проблему технологичности. Потому что как вводить? Ты же не заставишь людей там буквально вручную сыпать. Здесь весь фокус заключается в том, что это вводится прямо вот на заводе. Под, вот, это, вот в этом дело. А так, вообще, если говорить о перспективах этого направления, надо придумать что-то такое, чтобы углеродные были волокна. Во-первых, они должны быть в достаточном количестве. Что такое углерод? Это же получить волокно можно. Дальше начинается вопрос, а как хранить? Как транспортировать? Это вопросы, они практические. Да, ну красиво будет это все в лаборатории, а надо же эту индустрию вот, подготовить к этому. Вот хранение, потом дозирование и равномерное распределение. Потому что они все-таки легкие, эти волокна. И как будут материалы с разной плотностью или объемной массой, они гармонизируются, там, возможно, другие смесители. Над этим надо работать. Над этим надо работать. Так же, как надо работать еще над... Это уже совсем уже, если вперед посмотреть, если говорить о перспективе армирования бетона или бетонной матрицы, вот такой именно мелкозернистой бетонной матрицы, углеродными волокнами, то там еще один шаг есть. Это почему бы не делать цементы, вообще, где уже микроволокна вот эти вот, углеродные, для того, чтобы цементный камень сам по себе уже обладал достаточной прочностью на растяжение. Ну, это я просто фантазирую, но над этим надо думать. Но это опять перестраивается. Я уже далеко зашел, не нужно. И последний у меня вопрос. Если кто-то из проектировщиков, посмотрели на проектировщиков, захотят применить в своем проекте, каким документом, тем не менее, они могут пользоваться? Так я понимаю, СТУ специально? Да? Я думаю, да. То есть сегодня это да. СТУ? Сегодня СТУ, потому что нет у нас документа. А у нас, к сожалению, получается, что вот нужен какой-то документ, да? И как эта фирма? ФАУ называется, да? ФАУ. Осторожно, как? Здесь ползал. Я знаю, да, но это уважаемый фирм. Я вот у меня дыхание затаю. Ну, это серьезная фирма, да? Я просто хочу сказать. У нас, к сожалению, получается, вот нужен важный документ, да, а нас ставят временные рамки такие узкие. За короткое время надо сделать серьезный документ. Поэтому вот это вот очень неудобно. Это, вот, ну, за год выдать серьезный документ, чтобы пройти вообще работу. Дело все в том, что все-таки они связаны уже с нормативным документом. Здесь, конечно, надо просить деньги, а он документ снова. Да, да. Это уже у них все-таки это, конечно же. Будьте любезны, пожалуйста. Можно такой вопрос? Докладчик знаком с материалами ЭМАКа СПР и ЭМАКа 150 СПР, то чем они отличаются от ваших? Я, честно говоря, маркировок, я это СПР или знаю ЭМАКа, там какая-то линейка, ну, я могу одно сказать, что лет там 15-20 назад ЭМАКа у нас покупала модификаторы для своей продукции. Сейчас, возможно, они что-то делают, вводят ингредиент. Я просто не знаю этих марок, не могу сказать. Если вы скажете, значит, может быть, вы знаете, я... В России с 2001 года, значит, построен завод и производят сухие смеси компании «Строительная система», где я имел честь некоторое время работы, значит, линейка ЭМАКа, сухие строительные, в том числе ЭМАКа СПР, значит, где металлическая фибра присутствует, значит, характеристики такие: 80 на сжатие и 35-40 на изгиб. 35 килограмм на изгиб? МПА. 35 МПА на изгиб? Да. Значит, это металлическая, с металлической фиброй. А фибры какого размера там? И расход фибры какой там? Ну,
Попозже, может быть. Нет, почему? Нет, давайте, у нас, да, давайте, попозже не надо, я говорю, давайте прямо, поточнись. Значит, тогда говорите прямо. Нужно зайти в интернет и набрать то, что это... Нет, нет, подождите, значит, 80 МПА, вообще фибра на предел прочности при сжатии слабо влияет. Не очень, она влияет в основном на растягивающее напряжение, это первое. 80 МПА, это значит слабоватая матрица. Мы говорим 150 МПА и выше. Это первый вопрос. Второй вопрос по поводу 35 МПА на изгиб. Тогда возникает вопрос, а какая фибра и сколько ее там? Такая, как у вас, позолочена. Нет, я не про позолоченную, я про размеры говорю. Позолоченные. Ну, размеры такие, что будет. 23-30. Ну, это да, давайте посмотрим, что за материал. Я не могу сказать. И второй материал. Да. Я не могу. Марка 150 СИПР, где ваша мечта реализована, значит, там полимерная фибра. И тоже хорошие картины. Какие говорите? Ну, не помню еще. Нет, полимерная фибра не может дать осевое растяжение такое. Это если она дает, надо разобраться, что за полимеры. Может, надо там Нобелевскую премию дать. Там. Чтобы делать к тому. Подождите, это полимерная фибра не может дать осевое растяжение такое. На нем должен быть высокий модуль. При изгибе. А какая разница? Там связь между ними есть. Как? Осевое растяжение в два раза, примерно в два раза меньше, чем при изгибе. Меня, конечно, извините, но это факт. Нет, подождите. Который производится... Нет. Когда вы говорите факт, пока это заявление. Давайте разберем. Мы же люди, которые все должны проверять и потом зааплодировать только. Вот когда нам все будет понятно. Когда вы говорите, полимерная фибра дает на осевое растяжение 10 там, МПА, например, да, или там 35 МПА, то у меня возникает вопрос, а зачем, как, почему, как, что там работает, мне непонятно. Мод, это пластичная вещь, и там более деформативная полимер, чем стальная, поэтому мне непонятно. Может быть, что-то там такое есть, мы не знаем, тогда надо об этом всем сказать, это важно. Что с полимерами можно, с полимерной фиброй можно решить вопрос, улучшить свойства, когда материал еще там может быть в раннем возрасте, там, решить проблемы усадки, какие-то там вещи можно решить. Но чтобы он уже в зрелом возрасте и дал прочность такую, это, ну я просто при всем желании не могу прямо это принять вот так, давайте обсуждать. Я не, у меня тысячи вопросов есть. Давайте. Закажем, купим и испытаем. Ну, пожалуйста, кому надо, пусть покупает. Я не буду покупать. Я знаю, что этого быть не может. Спасибо. С удовольствием сделаем вам дополнение к исследованию. Вообще, мы любители любых проведений исследований. Заказчик, деньги, это... Ну, мы же не можем это проверять, по сути. Все массы материалов, как вы себе представляете, чтобы наш институт покупали... Нет, подождите, не проверяли. Когда, давайте все. Не будем про торговые марки говорить. Мы должны разобраться в причинно-следственных этих, ну, явлениях или что так. В этой ситуации мы должны понять, мы же все-таки инженеры. Мы, хорошо, а за счет чего? Вот да, я с удовольствием хочу. А может, это результат случайный? За счет чего? Там закономерность должна быть. Я не понимаю, может быть есть, я не знаю, тогда, видимо, секрет какой-то есть. Сказать не могу, продают там, а продают пенитрон там с утра до вечера, который все трещины залечил уже в мире, который есть. Ну и только никто... Надо все перечислить. Хорошо, у меня был вопрос самый простой. Не-не-не, я просто не знаю, не могу ничего сказать. У меня самый простой вопрос, вы знакомы, не знакомы? Нет, спасибо, я правда, да. Нет, я не знаком, я не могу сказать. Все понятно. Извините, что я так долго отвечал. Я хотел поблагодарить за доклад хороший. Раз, вопрос, я из института противопожарной обороны, да, и у нас вот мы занимаемся огнестойкостью, вот в частности мой отдел, да, где я работаю. И вопрос, естественно, по огнестойкости вот этих конструкций с фибробетона. Ну, данных вообще почти нет, да. Нет, сам фибробетон не исследован, как он при нагреве себя ведет. И, например, вот если изгибаемая конструкция, да, арматуру, если вы замените вот этой фиброй, как она будет себя вести? Хуже огнестойкость, потом это все, ну, экономически связано. Да. И вот есть данные какие-то, да, по огнестойкости? Такой хороший вопрос. Его надо исследовать. Да, я не знаете что? Там нужно эксперименты поставить, мы этого не делали. Ну, да. Это надо, это важно, это надо. Это надо сделать обязательно.
Потому что если не ответить на этот вопрос, то сфера применения ограничена. Просто. Конечно, это же вопрос. Потому что мы знаем, что, один из факторов, который приводит к снижению предела огнестойкости конструкции, это перегрев металла, да, мы знаем. Да. А тут металл может оказаться на поверхности. Это вопрос. Серьезно? Ну да, и 180 килограмм. Ну а вот зарубежных данных таких тоже мало, да? Есть вообще такие критические, там даже есть предложение как-то защищать. Вот, например, с полимерной фиброй, да, предел огнестойкости можно повысить. Почему? Потому что при повышении температуры там до 700 градусов, или там уже 600, она плавится. И вот объем, который занимала фибра, он высвобождается, и на самом деле там демпфер получается. А вот с этой, это вопрос важный. Я не могу ответить. Я думаю, что там надо голову поломать, чтобы обеспечить нужный предел огнестойкости конструкции из этого материала. Ну, хорошо. Спасибо. Да. Спасибо. Еще есть вопрос? Будьте добры. Вам принести микрофон или вы погромче? Нет, так, я голосом. Спасибо. У меня вопрос немножко не по теме, но вот по поводу гидравлических составов, как нейтрон, гальматрон и прочее, они реально повышают водостойкость бетона или это вот так? Вот смотрите, в названии пенитрон, гальматрон, да, уже скрыт механизм действия этих материалов. То есть пенетрация, проникновение куда-то, кальматация каких-то пор. Да, действительно, эти материалы по своему назначению, они и по функциям, они способны закальматировать поры и повысить непроницаемость, скажем, конструкции. Но это должны быть поры. Вот, например, опоры, это значит бетоны, как правило, низких классов, либо поврежденные бетоны. Да, там можно, скажем, у тебя W4, ты можешь сделать W6, ну, может быть, 8, не знаю, может быть. Но когда речь идет о конструкциях уже более серьезных, более из бетона высокого класса, там пористость вообще низкая. Спрашивается, ну вот будем мазать, обмазывать стекло, от этого стекло станет менее проницаемым, я так образно говорю. Понятно. Тут пористость капиллярная, она значительно ниже. Общая пористость остается, но капиллярная, которая является проводником для пенетрона, кальматрона, есть там еще акватроны, там, ну, очень много. То там нужна пористость, нужны пути, по которым проходит этот материал, туда проникает, а потом кристаллизуется. Вот это первый вопрос. Первое. То есть это, да, работает, когда нужно вылечить или там восстановить свойства обычного. Спасибо большое, но мы со слушателями договорились. Да. Любые предметные вопросы такие, мы вас отводим в лабораторию тем специалистам, которые вас конкретно по вопросам проконсультируют. Сейчас можно сказать? Будьте добры, да. От проектирующих последний вопрос. Не вопрос, я по поводу консультации. Сейчас, если найдем кого-то живьем, так что уже поздновато, то с удовольствием проконсультируем. Я могу СПР, могу по интернету уточнить показатели. Значит, прочность на стяжение через 28 суток не менее 15 МПА. Прочность на сжатие через 28 суток не менее 60 МПА. А растяжение какое? При изгибе или... Ну, тут не написано. Ну, это важный вопрос, да. Растяжение при изгибе. Ну, да. Так это не очень высоко. Да. Я понимаю, 25 еще там. Ну, Дмитрий Сурович, работайте. Работы, слава Богу, полно. И во умном, и в хорошей лаборатории. И аспирантов у вас много, вы очень молодец, это поддерживаете. Это ремонтный такой материал. Работайте, проверяйте. Ну да, может быть, я надо смотреть. Я не имею права вообще отвергать вещи, которые кто-то может. Да только надо разобраться, может быть так. Если мы поверим, то будем поддерживать. Нет, спасибо большое. Последний вопрос на сегодня. Я представитель эксплуатационной московской организации «Гормост». Вот. У меня вопрос такой в плане вот фибробетона. Да? Понятие защитного слоя фибробетона есть какой-то вот у вас? То есть это связан вопрос мой с долговечностью как бы конструкции, коррозионной стойкостью. То есть при использовании, допустим, таких вот ремонтные мероприятия проводим, или новые конструкции, неважно. То есть вот фибра сама из какой стали у нас применяется? Металл. Это вопрос о коррозионной стойкости фибробетона. Это то,
что у это нас... Это долговечность, по сути. Да, правильно. Вот там среди вопросов или проблем, на которые надо ответить, был вопрос долговечности, да? Это правильно. Здесь вот в этом случае, в случае с сверхвысокопрочным бетоном, там получается, что очень плотная матрица, и там надо просто посмотреть. Вот, конечно, на поверхность конструкции фрагменты фибры, там, либо торец, либо, может быть, часть фибры, и, может быть, это подвержено коррозии, особенно при солёном. Разрушение как раз. Да, но там есть предположение, мы это дело обсуждали с нашими коллегами из лаборатории коррозии, мы думаем, что нам нужен просто эксперимент, мы его не проводили, но я думаю, что там, учитывая сверхплотную матрицу, которая обволакивает вот эту, ну, эту фибру, вот эту, да? Но у вас же фибры на поверхности. Да, там может быть просто локализоваться это и все. Это вероятнее всего так и будет, потому что дальше для проникновения этого там оснований нет. Но вот в случае с этими конструкциями, вот во Франции что делали, ну, эти пролетные конструкции они делали из этого, там было еще покрытие такое, ну, эксплуатируемое покрытие. Защита. Да. Но на этот вопрос тоже надо ответить, конечно. Я думаю, так же, как предел огней стойкости из этого фибробетона, этих конструкций фибробетона. И на этот вопрос, он у нас прямо первый. Надо долговечностью заняться. А долговечность это комплексная такая. Там много тоже говорили, вопрос. Есть вопрос. Спасибо большое. Благодарю. Спасибо.